Эту программу мы решили сделать в память о Варламе Тихоновиче Шаламове. Язык мой, приисковый грубый язык, был беден. Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, холодно, дождь, суп холодный, суп горячий, хлеб, пайка, оставь покурить. Половина из этих слов была ругательствами. Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу вот тут родилось слово, вовсе непригодное для тайги. Слово, которого я сам не понял. Я прокричал это слово, став на нары, обращаясь к небу. Синтент.